Всем привет, ребята, с вами Нитрич, и играем мы в Terra Online. Сегодня речь пойдет опять у нас о глифах, о рандомных сундуках. У меня уже было видео, как вы видели, а если не видели, то можете посмотреть на YouTube-канале, где я открывал 10 сундуков с рандомными глифами. Буду открывать я снова за серебряные таланты, на один сундучок тратится 15 серебряных талантов. Итак, полетели. Лететь нам нужно в Алиментею. А, так, стоп, у меня сохранен телепортик туда есть. Осталось мне два полезных глифа вытащить. Вот. В тот раз мне не выпало ни одного полезного, которого мне нужно. Выпал тот, который я использую на фарм, и минус одно очко получается затраты. Да я потратил 4500 голды. Хотя мог купить золотые, допустим, таланты и потратить его на нужный глиф. Сейчас я буду открывать 11 сундуков. Так, отсюда мне нужно еще телепортнуться. Пам-пам-пам-пам-пам. Странно, а что такое? А, мини-карта. Сейчас. Где же здесь телепортер? Это вот он. Симпозиум магов, там находится данж, и там покупаются глифы. Перенесемся туда. Опять же, по моим подсчетам, было выгоднее побегать в Пиксуриаде, тот же самый, повыбивать там золото и приобрести серебряные таланты, чем фармить данж. Да и откат у него довольно-таки долгий. Так, вот этот МПС. Так, стоп, нет, это не он. Вот символы. Символы за серебряные таланты. Нам нужны сундучки на берсерка. Покупаем мы на все, так сказать. 11 сундуков получается. Ну что, поехали. Сейчас откроем систему, чтобы показывать, что достается. Погнали. Первый пошел, так сказать. Бах. 35 вероятность сбросить время перезарядки. И сразу же очень важный глиф выпал, который у меня заблокирован. Отлично, просто шикарно. Получается, мне осталось только один вытащить. Вот он. Вот выпало что? 35 вероятность сбросить время перезарядки. Этим умением я оглушаю людей. Разворачиваю их спиной к себе. Ну и остался очень важный глиф. Где же ты? Вот. Вот он. Надеюсь, он тоже сегодня мне выпадет. Блин, с первого сундука приятно. Очень приятно. Погнали дальше. Символ спешки. Так, это у меня есть. Хотя он горит синеньким. Минус очки. Значит тоже можно уменьшить затраты очков. Так, где он? Вот он. Да-да-да. Повышает скорость зарядки. То есть было 4, станет 3. Поехали дальше. Так, ну сейчас появляются глифы, которые у меня были уже выучены. И снова не везет. Давайте немножко поменяем местоположение. Так сказать, шаманим немножко. Немножко шаманим. Поехали дальше. Давай. И опять не то. Что уже было изучено, то выпадает. Ну вот, из сундука, как и в тот раз, выпадают серебряные таланты. Можно снова приобрести будут сундучки. Пойдемте еще купим сундук. Хотя нет, покупать не будем. Вдруг мне выпадет тот, который нужен. Я лучше их продам. Опа! Свиток печати Энигмы даже, оказывается, можно вытащить из этих сундуков. Но они довольно-таки дешевые. Да. Ну ладно, что поделаешь. Вот и опять достижение очков. А, точно такой же выпал.
Блин, неужели не вытащу, а? Нет, еще сундучок остался один. Ну, ребра, ребра, давай. А-а-а! Нифига, опять. Ну ладно, один-то я вытащил. Один-то я вытащил. Получается, у меня окупилось даже в плюс. Потому что я бы мог купить на эти же деньги золотые таланты. И купить один вот такой глиф. А рандомом я вытащил еще один глиф, который мне уменьшает очки на один. Так, что получается? Еще можно один сундук приобрести. Так, это не тот, вот тот. Да, еще один сундучок купим. Получится, открою я 12, это 12 сундук. И снова, увы, ах. Есть у меня такой уже глиф. Вот такой вот очередной рандомчик вытаскивания глифов получился. Но выпало то, что мне было, так сказать, нужно. Второстепенно нужно. То есть нужно было где-то процентов на 60. А тот все-таки символ мне не выпал, который на 100% мне нужен. Ну, я доволен, скажу так. Спасибо, ребята, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, а также заходите в группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, жду вас на моих стримах. Хожу на аренку. Всем, как всегда, удачного дропа. Пока-пока.